Всем привет! Меня зовут Мика, и сегодня я вам расскажу о продукции компании Atomy, а именно о разделе красоты. Я расскажу обо всех товаров с раздела красоты корейского сайта atomy.kr. Поехали! Начнем с набора Absolute. Это пептидная косметика, умная, которая сама определяет проблемы на вашем лице и борется с ними. Имеет технологию Cell Active. Имеет 6 ступеней, это оптимальное число для ухода, то есть можно меньше, но больше не стоит. Такой уход подарит вам омоложение, увлажнение и борьбу с несовершенствами. Здесь на картинке у нас первым идет крем питательный, затем комплекс для глаз, лосьон, ампула, тонер и сыворотка. 6 ступеней. Также в линии Absolute есть особая линия ухода, называется она Spot Out. Spot с английского переводится как пятно. То есть эта линия направлена на борьбу с пигментными пятнами, веснушками и другими несовершенствами. Она отбеливает, и ее можно комбинировать с уходом Absolute. Это шестиступенчатая система, с чего и начиналась косметическая линия компании Atomy. Здесь у нас крем питательный, крем для глаз, эссенция, тонер, лосьон и BB-крем, который имеет SPF-фактор, защищает от солнца. Этой линии на корейском сайте уже нет. Она все это время пользовалась популярностью, но на замену ей пришла новая линия, которая называется The Fame. The Fame переводится с английского как «слава», «известность». Это долгожданная разработка 2019 года, которая сохранила в себе секреты корейских рецептов красоты, а также новейшие технологии. Здесь у нас в составе гиалуроновая кислота, пептиды. Вот, начнем с крема для глаз. Дальше у нас идет тонер, эссенция, крем питательный и лосьон. 5 ступеней в этом наборе. Далее у нас специальная линия для проблемной кожи. AC Special. AC переводится как acne. Акне или прыщи. На основе цитрусового масла. Так, начинает уход у нас Calming Skin. Это тонер. Я бы даже сказала, такая водичка на основе трав. Она очень классно успокаивает кожу. Вторым на картинке идет Control Mix. Это лосьон. И AC Solution. Такая ампула, которая борется с прыщами. Этот набор у нас идет специальный для комбинированной кожи, для жирной кожи, идеально подходит. Также начинает уход тонер, Calming Skin, успокаивающий, сыворотка Again Serum, это сыворотка антивозрастная. И заканчивает уход Flora Milk, лосьон молочко, увлажняет и питает кожу. Есть линия Aqua для сухой кожи. Отлично подойдет для ухода летом. Состоит всего из 3 компонентов. Это тонер, сыворотка и крем. Эта линия, ну, как всегда, вся линия, вся линейка косметических средств Atomy натуральная. Здесь с экстрактом березового сока. Есть специальная линия для мужчин, называется Atomy Men. Состоит из тонера, эссенции и лосьона. Для деток есть специальный уход, называется керабеби. От слова керамиды. Керамиды – это активные компоненты, которые защищают нашу кожу, особенно кожу наших деток, от внешних факторов. Мощно увлажняют ее и дают максимальный эффект. Здесь у нас гель, шампунь, лосьон и крем. Этот набор можно использовать деткам с рождения. А это знаменитая очищающая линия,
называется Evening Care, то есть вечерний уход, который очистит вашу кожу для того, чтобы последующий уход был максимально эффективным. Даже самый дорогой крем не даст свой результат без тщательного очищения. Foam cleanser, deep cleanser применять каждый день. Сначала deep cleanser – это демакияж на масле. Foam cleanser – пенка. Peeling и peel-off mask – маску-пленку нужно применять 1-2 раза в неделю. Такой набор очень популярный, очень классный, заменяет спа-салон на весь год. Также есть у нас такое гидрофильное масло от макияжа, а также специальная гипоаллергенная линия для чувствительной кожи. Здесь первым идет мицеллярная вода, дальше пенка и мягкие диски, ватные диски. Вся линия называется mild, мягкая. Есть два вида мистов. Что такое мист? Это спрей, который мы брызгаем себе на лицо, когда вы чувствуете сухость. Да, очень удобно брать его с собой на работу или в путешествие. Он может заменить вам тонер и эссенцию. Первый мист называется 3 seconds, то есть красота за 3 секунды. Вышел сравнительно недавно, весной этого года. Это новиночка у нас на основе лаврового листа и керамидов. То есть мощно увлажняет лицо и дает такую свежесть. Мист Rose Rain, то есть розовый дождь, тоже распыляется легким облачком и имеет аромат розы, потому что розовое масло в составе. Тканевые масочки также есть, как же без них, которые тоже как спа-процедура действуют, да, применять нужно после очищения тонера. Три вида тканевых масок у нас делятся по цветам. Голубой цвет – это увлажнение, осветление. Бирюзовый цвет – охлаждение. Синий цвет – это лифтинг. Ну и все, конечно, они действуют очень мощно, увлажняют вашу кожу. Далее гелевые маски тоже у нас есть. Таких масок 14 штук в коробке. На основе трав, цветов. Имеют гиалуроновую кислоту в составе. Они вообще гелевая маска, она действует мощнее, чем тканевая, потому что она надольше сохраняет свой эффект на вашем лице и глубже проникает в кожу. А еще глубже проникают в кожу наши патчи, инновации в индустрии красоты. Это необычные патчи, которые действуют только на поверхности кожи. Они проникают глубоко в кожу благодаря микроиглам. В составе этих микроигл есть пептиды и гиалуроновая кислота, которые нужно наклеить на зоны проблемные. И уже через 4 сеанса вы увидите эффект. Вот в таком пакетике одном есть 5 патчей, 5 наклеечек. Одна на межбровную складку, 2 под глаза и 2 на носогубные складки. Обязателен уход от солнца, защита от солнца, потому что солнце – это главный старитель нашей кожи, главный враг. Так, здесь у нас линия Абсолют. Этот крем имеет бежевый оттенок, очень сильный SPF-фактор, 50+. Не только защищает от солнца, но еще увлажняет и ухаживает, отбеливает и действует от морщин. Молочко сыра Бэби, Кера Бэби, как хотите. Имеет SPF 33. Не только защищает от солнца, а также увлажняет с керамидами в составе. Защищает нежную детскую кожу от ожогов солнечных. Для нас это прям must have. Обязательно. Также есть такие крема от солнца. Один у нас идет просто белый, второй бежевый. Увлажняют и питают нашу кожу.
Тоже такая инновация в солнцезащитной линии. Это специальный стик от солнца, который выкручивается одним движением, имеет легкий лимонный аромат. Очень легко наносится, то есть не как крем нужно размазывать, просто нанести на кожу. Это удобно, если нужно быстро нанести крем. Очень сильный SPF-фактор, 50+, и подходит для всей семьи и для всего тела. База под макияж и BB-крем тоже имеют SPF-фактор, 30. Давайте начнем с базы под макияж. Она называется «Здоровое сияние». Защищает от морщин и осветляет кожу. Почему называется сияние? Потому что оно придает такой эффект хайлайтера, делает кожу сияющей. BB-крем справа, он имеет такой темно-бежевый оттенок, увлажняет кожу и выравнивает тон. Кушаный – это самый знаменитый такой товар, который придуман в Корее. Ватами кушаные очень нежные, в то же время эффективно закрашивают несовершенство. Что такое кушан? Это такая подушечка, которая пропитана тональной основой. Выравнивает тон лица, осветляет кожу, действует от морщин, увлажняет ее на натуральной основе. В двух оттенках 21 и 23, плюс в коробочке имеется запаска. Также есть у нас такие продукты. Первый – это крем-основа под макияж, который имеет эффект отбеливания от морщин и также защищает от солнца с SPF-фактором 35. В трех оттенках – 13, 21, 23. То есть крем-основа, да, от слова «крем», она более жиденькая идет. Справа у нас минеральная пудра. В четырех оттенках 13, 21, 23, 25. Также у нас вышла новая пудра в 2019 году, в мае. Она, вот как на фото видно, что она убирает жирный блеск с лица. То есть, если есть пот, она все это скрывает, делает вашу кожу идеально чистой. Далее косметика. У нас есть тени в шести оттенках. Первые три более такие спокойные, три, вторые они с блестками. Справа дальше у нас идут румяна в оранжевом и розовом цветах. В самом низу у нас бронзер и контуринг. То есть бронзер, контуринг и хайлайтер. Контуринг нужен, чтобы придать лицу нужную вам форму, то есть, например, выделить скулы или сделать овал лица. Хайлайтер он нужен, чтобы придать лицу здоровое сияние. Также у нас есть специальные кисточки для макияжа, которые помогут как раз нанести всю эту красоту на лицо. Кисточек 5, они очень мягкие, нежные, сделаны качественно для профессионального макияжа. Тоже новиночка у нас – подводка для глаз, чтобы рисовать стрелки или сделать взгляд более выразительным. В трех цветах. Первый цвет черный, второй – темно-коричневый, третий – коричневый. Кисточка мягкая, наносится очень легко. Экстракт черного тмина, который имеет антибактериальные свойства, то есть никак не раздражает слизистую, наоборот, защищает ваши глаза. Как и наш карандаш для бровей. В трех цветах. Первый цвет – это темно-серый, второй цвет – темно-коричневый, и третий – светло-коричневый. Как на фото, делает ваши брови более выразительными и дает такой натуральный оттенок на ваш выбор. Да, этот карандаш, он идет на основе экстракта черных бобов, черной фасоли. Дальше. Это тушь, которую я
водостойкая, не имеет комочков, не скатывается. Отличного качества тоже. Мы получаем только положительные отзывы о ней. Также имеет натуральный состав. Ну, вы заметили, да, что вся косметика у нас не только отдает красоту, но и ухаживает за кожей. Например, это помада. От всего оттенков сейчас у нас 18. Крышечка идет магнитная. Тонов много, можно выбрать свой любимый. Имеет в составе масло ши. То есть красота и уход, как я сказала ранее. В 2019 году вышли новые 4 оттенка, такие более весенние. И завершают уход за губами гигиеническая помада на основе авокадо, масла ши, масла оливы. Не имеет запаха, очень легко наносится, мне очень понравился. И есть также блеск для губ на основе розового масла, который дает такой красивый блеск губам и ухаживает за кожей губ. Удобно с собой очень брать такие влажные салфетки от макияжа. Они легко помещаются в сумочку или в дорожную сумочку, смывают водостойкий макияж, действуя при этом мягко, увлажняя кожу, полностью натуральный состав. После этого очищения даже не нужно умываться. Также у нас есть дорожная косметичка, тоже новинка этого года. В приятном белом цвете, вместительная, имеет кармашек внутри. Ткань сама качественная, не пачкается, держит форму. На этом все товары с раздела «Красота». Спасибо большое за внимание. Я говорила о товарах онлайн-магазина atomy.ru и atomy.kr. До следующей встречи!